Стали вы беднее за последние 3 года? Да, естественно. Потому что цены очень сильно выросли, зарплата, она растет не так быстро, поэтому, конечно, все стало намного хуже. Можно сказать, что из-за нестабильности, да. В работе это выражается, ее стало гораздо меньше. Хотя я предпринимаю все усилия для того, чтобы поддерживать свою семью на том уровне, который он был. Нет, скорее сдержаннее в желаниях, прям скажем. Я не стала беднее, я стала богаче. Ну, понимаете, что такое беднее? Можно быть бедным в деньгах, а можно быть бедным душой. И наоборот. Мы очень можем это почувствовать, потому что мы из Донецка. Мы приехали в гости к друзьям. Поэтому мы чувствуем войну каждый день. Люди перестали тратить деньги. И я тоже. Я же тоже человек. Я как бы кризис и не замечаю. Долларами я не пользуюсь, а в целом продукты, может быть, ну... Не знаю, нет, не особо. Но у меня лично ничего не изменилось так. То есть все как бы осталось так же. Только морально. Да нищая вообще. А как это ощущается? Или как ощущается? Вот так, что нищая и все. Честно говоря, нет. Я на пенсии. Но я веду общественную работу. Я культур в обществе инвалидов. Вот, хожу в театры, в музеи. Так как у нас это все бесплатно или за минимальные деньги, все-таки к нам очень лояльно относятся представители культуры, мы пишем письма и нам помогают, поэтому я могу себе позволить ходить в театр. Нет, не стал чувствовать. Да нет, особо не изменилось ничего. Я часто езжу в Европу, курс вырос в 2 раза, соответственно, мои доходы в 2 раза сократились.